Ток-шоу! Ток-шоу у нас в імпров лайв-шоу. Веде його традиційно Рома. Гості в нього сьогодні Таня і Іра. Таня, Іра, привіт. Це всі гарні новини для вас на сьогодні. Тому що далі ви будете спілкуватися словами лише на одну літеру. Яку вам подарує Іра? Уля-ля. Давай, Тані, зараз побачимо, як ти любиш. Ірі, букву П. 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 Потому что. Потому что. Логично. А Тане букву С. С. Потому что сапанару. Потому что сапанару. А я пропоную так и назвать это шоу. Потому что сапунару. Хорош, да, пожалуйста, по-братски, да. Боже, прикольно будет шоу называться «Потому что сапунару». Мы даже ребятам буквы не будем выбирать и начнем. А может выберем все. А давайте выберем. Давай, раздумаем. Итак, парни. Значит, Валентин, тебе буква Р. Решено. Решено, значит. Костя, тебе буква... М. А Вове буква... А что там осталось еще? А все, уже. Ну, там, как бы, еще 31, здається, лишилась литера. Придется по второму кругу. А Вове буква... Б. Б? Б. Б? Б. 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 Шумко. Нет, нет, шумко. Но буква Б. Не, Костя, а я Б. Ну, типа... Так, а Костя Б, но буква М. Да. Так, слушайте, мы еще не начали ток-шоу, уже посварились. Треба починати. Отже, зараз на новому каналі ви побачите нове шоу «Потому что сапунару». Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире самое скандальное шоу, которое названо во имя самой скандальной, потому что сапунару. Здравствуйте! Доставайте платочки, доставайте салфетки, доставайте души. Сейчас у нас в студии две девчонки, которые в ссоре уже более 15 лет. Два дома, как Монтеки и Капулетти, только без любовной линии. Как Бивис и Батхит, но все по-другому. Давайте узнаем, как их зовут и что произошло. Как вас зовут? Сергей. Серьезно. Ссора. Подождите, Сергей, я еще не отошел. Я еще тону в ваших глазах, Сергей. Так, Сергей и... Паша. Ё-моё, Серега, Паша. Паулина. Паулина, слава богу, что-то... Пацанчик, прощаю. Спасибо большое. Сергей, Паулина, ну, расскажите вашу историю. Почему вы поссорились? Потому что подруга... проиграла... Потому что подруга поменяла пол? Сергей, Паулина, я... Ну, да. Сергей, давайте вначале ближе познакомимся. Чем вы занимаетесь? Какой у вас бизнес? Салат. Ага. Салат складаю. Столбиком. Смотрю. Складываете? Складывается. Продавщица пузатой. А, спасибо, спасибо. Паулин. Паулин, спасибо. А вы кто? Пожалуйста. А вы кто, Паулин? Профессорша. Профессорша. Что преподаете? Какой предмет? Преподаю право против привата. Получается, вы судитесь против привата, да? Получается. Получается так, да? Вы юрист? Правозащитник. Правозащитник. Если вам нравится так, пожалуйста, Паулин. Так, ну, собственно, вы подали в суд на Сергея, потому что вы обедали, да? Расскажите, вы вот в ресторане быстрого питания обедали? Подружка принесла простроченный паштет. Угу. Прет запах, пальцами. Так? Прямо туда, да? Прямо. Угу. Ну, вы почку ага. Придавила. Печеночный. Ага, это последствия. Что еще? Что еще? Потом пальтишко прокинула. Ага. Паулина подскользнулась, поломала плечо, подумала, пошла погуляю, пошла погуляла, пришла,
Перекурила, переписала. Подумала, почему позвоню? Вы рассказывайте, может, даже и гостей звать не буду. Не останавливайтесь. Парнишка, да? Попросил, подружка подскажет. Хорошо. Потом приехала полиция. Да, рассказывай. Сергей, вы подождите. Спасибо. Паулину несет, да, приехала полиция. Полковник Петров. Так. Подполковник. Поганый такой подполковник. Так, что сказали? Пиши прокуратурскую писушку. Так, пишу, пиши. Прошу прощения. Ну, ё-моё. Да, Сергей, я забыл, что вы здесь. Да. Семки? Да, ты рассказывай. Да, спасибо, Сергей, да. Угу. Прошу прощения. Ага. Прошу прощения, понять, простить, угу. Подумать, почему. Угу. Потому что... Сейчас, извините, Паулина, есть попить что-то? Сок. Да, наливай. Ага. Пиво. Прости, Сергей. Угу. Открывашка есть? Пшик. Пшик. Так, вы написали заявление, и оно сейчас обрабатывается, да, правильно? Приехала попутно пароходно... Посадила, поехала. Пять лет? Почти. Приглашайте. Хочется после этого закурить. Хорошо, так вы... Сигарета? О, спасибо, Сергей. Я думаю... Пепельница. Есть что? Огонь. Спички. Есть? Спички, да, пожалуйста. Спасибо. Да, серьезная ситуация. Прокуратура, получается, вы просроченный паштет, да? На вас дело завели. О чем вам прокурор говорил, Сергей? Сяке. Ну да, Паулина все сказала. Дамы и господа, первый наш гость. Давайте встретим его аплодисментами. Здравствуйте. Привет. Так, вы кто? Присаживайтесь. Родственник. Родственник Паулины. Угу. Так, расскажите, что знаете? Ренат. Ага, очень приятно, да, извините, не спросил. Ренат. Растлитель русалок. Расскажи. Пруд. Плотва. Петя плотву прям по позвоночнику. Плотва. Паулина, у меня мурашки. Что-то расскажете? Или... вы занимаетесь, я понял. Вы... Подскажи, почему пришел? О, уже и я не нужен. Ранил ребро радиатором. Расскажи. Блин. Паша проходив, піаніно пало. Почечную печень. Красиво. Красиво, Паулин. Пожалуйста. У нас, кстати, в конце награждения. Останьтесь. Спасибо. Сергей. Че, как ты, Серег? Спокойно. Хорошо. Есть какая-то? У нас пиво есть. Мы взяли. У вас сок. Сок есть. Вы угощаетесь. Пожалуйста. Да. Спасибо. Спасибо? Спасибо. Спасибо. Я думал, Титан пал. Итак, друзья, я напомню, что наша студия находится на одной огромной букве «П». Мы продолжаем приглашать гостей. Наш следующий гость, встретим его аплодисментами, пожалуйста.
О, Сергей, кто это? Кто это? Кто это, Сергей? Как? Кто? Марина Михайловна, мама мальчика. Ну, ваш мальчик, да, получается... Прекрасно поменялось положение. Сын, да как ты это делаешь? Маромойка! О! Почему? Сына. Пошли! Роднуль, роднуль, реклама! Сына. Соки? Мужчина, мужчина! Сейчас, рекламу посмотрим. Потрібна професія. Тащи! Позвони Пауліні. 5-5-5-5-5-5-5. Молодая мармулетка. Моего мальчика месяцами мучила. Расскажи. Молви. Послушай, подруга плохая, получилось, просто пошла по пути плохому. Мямлет. Пила. Да ладно. Пила пиво, вот. Пила просежений почковий пупок. Пошли побочные... Буквины. Паулин, в принципе, в мире не так много слов. Маразматичка. Маразматичка. Мама с сыном. Спасибо, что пришли поддержать мальчика. Мама мальчика. Да. Спасибо, спасибо. Расскажите, пожалуйста, ну что вы знаете про Паулину? Кто она? Мелкая. Мелкая? Мочалка. Пойди помолись. Мужик... Скажите, пропала щеполость после предъявленного. Я знаю, кто будет вести третий сезон. Да я взагалі звільняюсь здесь. Итак, у нас есть еще один гость. Не знаю, войдет ли он в эфир. Но давайте встретим его громкими аплодисментами. Приветствуем! Здравствуйте. Борис Бритва. Борис. Бывший бойфренд. Паулины? Бабьёнки. Это сводный брат. Да. Бро. Борис Бритва. Ну, прекрасная, Паулина прекрасная. У вас претензия какая-то? Беспределила. Что делала? Бухала, брала биту, била. Упсик, блокируй помолчи. Базаратор. Блокируй. О. Базарище. Да-да-да, рассказывайте, рассказывайте. Бухала, била, бронила. Угу. Бронила. Что конкретно? Ну, как она вас обидела? Брала бетон. Бетонировала. Вас забетонировала? Где? Было. Где? Борисполь. Когда это было? Березень. Так, ну и вы сейчас пришли, и что, отомстить, соединить отношения, что вы хотите с ней? Базарь. Паулина. Я напомню, что вы пришли с проблемой, что вас отравил Сергей паштетом. Но это так много слов было назад. Паулин, Сергей, мама, у вас есть еще претензии к Паулине? Sorry. Сергей извиняется за то, что вас отравил. Вы прощаете? Приношу прощение. Подружка, подружимся? Это Сергей. Все, стоп, ребята. We'll be right back.